Так, это у нас Катя обменивает этот эндраспис, видишь? Ну как она? Нормально. Я думаю, что все ее услышали. Шикарный хвост, конечно, это видно. Черный такой кормил, каждый чешуйка или чешуйка крупный. Тяжело обленивается. Сейчас там все змея очень много. Наш самый крупный лес. На самом деле от матча буду до этого. Когда уже смотрели, но все равно плохо стоит. Еще, в принципе, самых таких брутальных змей я стараюсь задевать не по-детски во время дни, чтобы потом не так вот непосредственно с ними не возить, потому что это даже остренно и неприятно. Такой вот процесс. Это не знакомый момент. Спасибо за внимание.